Яркую и бескомпромиссную игру показала команда общества «Севернефтегазпром». Волейболисты предприятия в рамках группового этапа встретились со сборной «Велесстрой». Отмечу, «Севернефтегазпром» уже в третий раз участвует в благотворительном турнире по волейболу. В стартовом для себя матче разработчики недр южно-русского месторождения уверенно заявили о себе. За ходом матча наблюдала наша съемочная группа. Они уверены, собраны и целеустремлены. Многие волейболисты общества «Севернефтегазпром» уже участвовали в арктическом благотворительном турнире. Тем не менее, первая игра соревнований – всегда интрига. На площадке непрофессиональные спортсмены, но желание бороться и победить необычайно велико. Первый сет матча проходит под знаком равенства. Болельщики с замиранием сердца следят за каждой атакой и как могут подбадривают команды. Несмотря на яростное сопротивление оппонентов, волейболисты «Севернефтегазпрома» занимают лидирующую позицию и сохраняют ее до конца первой партии, чем очень радуют своих коллег на трибунах. Нас мало, но мы в тельняшках. Скромность – это наша сила. Верим в свою команду, верим, что медленно, но четко дойдем до победы. Первый сет уже взяли, не за горами второй. Думаю, 2-0 сегодня разойдемся в нашу пользу. Верим в команду. И команда не подвела. Во втором сете волейболисты общества «Севернефтегазпром» уверенно ведут в счете. Когда разрыв составляет 9 мячей, оппоненты из «Велесстроя» берут перерыв для разговора с наставником. Но и игроки общества тайм-аут проводят с пользой, устроив брифинг по дальнейшей стратегии игры. И это дает свои результаты. Попытки сборной строителей догнать команду «Севернефтегазпром» не приводят к успеху. Волейболисты газодобывающего предприятия под ободряющие кричалки преданных болельщиков неуклонно идут вперед. В концовке «Велесстрою» удается немного сократить разрыв, но это не меняет ситуацию в корне. Сплоченная команда общества «Севернефтегазпром» сохраняет концентрацию и заканчивает встречу со счетом 2-0 в свою пользу. Можно сказать, вот сейчас у нас была мини-тренировка такая. На следующие игры задел, ну, себе размялись, посмотрели, кто как играет. У нас сегодня была воля к победе прям на высоте. То есть, надеюсь, в следующих играх мы покажем еще больше волю к победе. Арктический благотворительный волейбольный турнир – тот случай, когда победа не главная. Миссия соревнований – объединить усилия самых разных людей в большом добром деле и помочь особенным детям Ямала. Я думаю, что это очень хорошо и очень важно и нужно. Деткам помогать нужно. И, ну, предприятия хорошие, большие. И вообще только за такие турниры благотворительные. Очень хорошая эта идея. Поддерживаю всегда. Общество «Севернефтегазпром» всегда уделяет большое внимание благотворительности. В прошлом году, благодаря поддержке предприятия, главный матч Кубка губернатора смогли посетить ветераны Великой Отечественной войны. Руководство компании выкупило для них билеты на игру. И в этот раз взнос команды и средства от билетов, приобретенных болельщиками на гала-матч, будут переданы в благотворительный фонд «Ямина». Деньги пойдут на лечение и реабилитацию ямальских детей-инвалидов. Павел Прожогин, Николай Александров, служба новостей «Импульс».